15 вузов и 3000 студентов в этом году приняли участие в самарской студвесне. Жюри отсмотрело 244 номера, 80 участников получили звание лауреатов, 92 стали дипломантами. Лучшие номера показали в программе областного гала-концерта. Областная студенческая весна 2022 года – это 14 концертов, 70 песен, более 60 танцевальных и 27 театральных номеров, 8 театров мод и 8 музыкальных групп, а также 12 команд КВН. Участников фестиваля приветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Самару накрыла волна творческой молодой энергии, и это благодаря вам. Спасибо вам, спасибо замечательным артистам, которые подарили нам этот праздник. Своими эмоциями поделился председатель Самарской губернской думы академик РАН Геннадий Котельников. Я просто вот потрясен. Концерт супер, супер, супер современный. Ну просто организация, никаких накладок. Ну просто замечательно. Я получил громадное удовольствие, как и 2000 с лишним человек, сидящих в зале. Геннадий Котельников вручил награды в специальных номинациях, а глава региона наградил победителей. Третье место разделили два вуза – Самарский государственный технический университет и Самарский государственный социально-педагогический университет. Мы не остановимся на третьем месте. На следующий год мы попробуем взять первое. Побороться за первенство обещали студенты медицинского вуза. В этом году у них серебро, а победителями признали Самарский государственный экономический университет. У них уже 14-е золото в студенческом весеннем фестивале. Лучшие номера областной студвесны представят на всероссийском уровне. В этом году фестиваль отмечает свое 30-летие и возвращается в Самару, в город, где в 1992 году и было принято решение создать студвесну всероссийского масштаба. Мы гордимся тем, что студвесна родилась у нас. И по праву примем юбилейную всероссийскую студвесну в мае этого года в Самаре. Впервые будет поднят флаг студвесны. Впервые. И впервые студвесна выйдет на улицы города. Мы хотим, и я уверен, вместе с вами проведем ее так, чтобы это был настоящий праздник, живой, молодежный, творческий для всех жителей нашего региона. 30-й Всероссийский фестиваль «Студенческая весна» пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. В нем примут участие более 3500 студентов со всей страны. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.